Как выглядеть высоким и подтянутым? Полное руководство. Избегайте мешковатую одежду. Вне зависимости от вашего типа тела. Свободная одежда придает широкий силуэт. Это делает тебя пропорционально низким. Убедитесь, что одежда впору. Хорошо подогнанная одежда сделает ваш внешний вид более выигрышным. Поможет выглядеть выше и более подтянутым. Уменьшите контраст. Слишком большой контраст между верхом и низом разбивает вас пополам. Привлекает внимание к середине вашего тела. Контрастная обувь также привлекает нежелательное внимание. Уменьшение контраста создает обтекаемый вид. Это упрощает взгляду ходить вниз и вверх. Не обязательно подбирать один в один, чтобы добиться нужного эффекта. Используйте правильные линии. Горизонтальные линии делают вас шире. Они также мешают глазам бегать вверх и вниз. Вам нужны вертикальные линии. Такие линии делают ваше тело визуально выше. Используйте их в свою пользу. Длина брюк. Неправильная длина брюк может сделать вас короче. Полная длина, без складки, слишком длинные. Подкоротите ваши брюки, если они слишком длинные. Полная длина брюк подходит высоким мужчинам. Отсутствие складки придаст вам желаемый вид и высоту. Начинайте носить ботинки. Ботинки – это простой способ прибавить в росте. У ботинок высокая пятка по сравнению с другой обувью. Это даст вам дополнительные 3-4 сантиметра. Есть очень много видов для выбора. Пользуйтесь V-образным воротом. Избегайте стандартный круглый ворот. V-вырез сделает вашу шею длиннее. Это относится как к футболкам, так и к свитерам. Избегайте подворотов. Несмотря на то, что подвороты могут круто выглядеть, они сделают ваши ноги визуально короче. Придерживайтесь обычного ранта. Визуально это максимально удлинит линию ваших ног. Исправьте вашу осанку. Вы можете испортить вашу естественную высоту, когда вы не следите за осанкой. Практикуйте ходить с ровной спиной. Выпрямите плечи назад и вниз. Держите голову выше. Так вы будете выше и увереннее в себе. Какой из советов вы будете использовать? Ставьте лайк, подписывайтесь и оставляйте комментарии.